Доброе утро, друзья. На часах 9 утра. Кто-то уже пошел на работу, а мы еще возвращаемся с нашей любимой охоты на волка. Сегодня у нас результативная охота. Удалось добыть взрослого матерого самца. В это хозяйство я несколько раз уже ездил, но добывать не удавалось. Один раз волки ответили, мы подождали, несколько часов постояли, ну никто не вышел. Вот, решил я снова подобрать погоду и снова посетить это место. Несколько пустых точек отвабили, результата не дали. Ближе к утру заняли позицию на краю одного массива, лесного массива, такой, который переходящего болота. Вот, я провабил первый раз, отстояли полчаса, еще раз провабил, но результата, ответа точнее, не было. Вот. Но после второй вабы вдалеке заметил какое-то движение, понял, что это волк по повадкам. Погода была полный штиль, вообще слышно было, как комар пролетает. Вот. Поэтому, как бы, наверное, волк осторожничал и долго не подходил ко мне на выстрел. Вот. Ну, ближе, сближался, я выждал и произвел выстрел. Дистанция 150 метров, волк упал на месте. Мы снова будем продолжать охотиться, продолжать записывать для вас новые ролики, новые материалы. Смотрите нас и до скорых встреч!